Захар, сьогодні ми будемо грати в карту якусь страну тільки. Ну ладно, хоча б. Зараз ми побачимо її. Йо-моё! Що це? Зруйте така жаба. Жаба, правда. Где такое? Где такое? Это такое автоматное скрытое. Тут не было такого. Якось. А кто там машину? Не хочешь? Я хочу зайти помыть ручки. Собирайся, краник. Открывайся. О! Умыл тут. Я вам дал какой у него магнитика. Сейчас покажу. Вот это мой ник. Запомнили? Окей. Так. Тут все с фургоном такая ненормальная. Проходим мы с следующей карты. Уже давно знают Брукхэвен. Или кто-то не знал о нем. Но вышло новое обновление. И там я покажу вам секретные кошки. Так, заходим. Заходим. Побежали. Сейчас поставлю любую. Берем любую транспорт. Вот видимо. И это надо чекать просто. Куча на самокате. Кстати, тут лодки тоже есть секретки две. Ну я их потом покажу. Вот туда идем. Идем, ребят. Так, плывем, плывем. Плывем. Так, вот они. Вот они. Запрыгиваем. Первая секретка находится в ванной. Давайте сюда заходим. И тут секретка автомата, золото, денежата, мины.
видишь, я понял. Понял их. Так. Пишу следующую, покажу. Это вот вся секретка. Это вот такая секретка. Отсюда больше не выйти. Ну и с ним у вас можно выбраться. Так, переходим к следующей секретке. Так, нам надо вернуться до мотела. О, мотел. Любой мотел. Перво. Перше. Беремо. Беремо самокіт. Убираю. Убирати мотел. І дивиться. Дирки. Це не хочу пасхалка. І дивиться. Ну це легендарна пасхалка. Пасхалка. Убираю. І ми зірвнулися. Короче, біжим сюди. Да, все надо везет любой номер. Так берем нас, знаете что? Это бункер. Да, настоящий бункер. Сами не услышали. Пішли сюди. Пішли. Так, нам треба кімнату з телеком зайти. Кімната з телеком. А ззаді телеком знаходиться кнопочка. Ми займаємо. У нас відкрилася кнопка. От смотрите, скільки бабок, золота, міни. Еще. Ну все, тогда подолку. Все. Это все секретно. Это в руках. Запомните обязательно. А я выхожу. Как? Следующая карта. Не знаю, какая, но ждите вторую часть. Всем пока-пока, с вами был Захар. Я из канала Захар Плей. Всем пока-пока.